Привет, ребят, в этом видео я буду замораживать колоночку JBL GO 3. Для этого нам нужна емкость, в которую мы положим эту колонку. И также нам, естественно, нужна классическая Coca-Cola, которой мы будем заполнять эту емкость, в которой будет находиться колоночка JBL GO 3. И у меня как раз совершенно случайно завалялись 2 литра оригинальной Coca-Cola. Но для того, чтобы этой колоночке было легче пережить такое жесткое испытание, на ней надо навалить лютый бас, а также включить моно-режим для того, чтобы она лучше флексила. Ну а для того, чтобы мы смогли оценить по-настоящему ее флекс, надо снять защитную сеточку, и тогда мы его сможем увидеть. После того, когда я на ней понаваливаю бас, я обратно надену защитную сеточку, положу ее в кока-колу и отнесу в морозилку. И под конец этого видео вы узнаете, переживет эта колонка такой жесткий тест или нет. Для того, чтобы включить на этой колоночке моно-режим, нам нужен телефон, который работает на андроиде, айфоны для этого не подходят. И здесь все очень просто. Включаем сначала колоночку. Как мы видим, колонка сразу после включения автоматически подключилась к телефону. Теперь уже в самом меню телефона мы ее должны отключить. Как только она отключилась, мы ее должны подключить обратно тоже с помощью телефона. Ну вот теперь колоночка готова, чтобы на ней включили моно-режим. Теперь заходим в настройки самого телефона, включаем режим разработчика и ищем режим аудиоканала Bluetooth. И вот здесь мы можем уже выбрать стерео-режим или моно-режим. И вот теперь мы изменили режим со стерео на моно, и колоночка должна сильнее флексить. Теперь на ней можно запустить музыку с моего телеграм-канала Паша S. Вы тоже можете использовать эти треки со своими портативными колонками. Или любую другую музыку с вашего телефона, и колонка будет сильнее флексить. Ненавижу быть трезвым, всегда под кайфом. Груди, мы дуем больше дури, чем Калифа и Снупи. Каждый день дэ-агэнг, все мы на лету. Знани, стильный парень, Джани, Радани. Я здесь тип мой рэп, стиль мой весь тим, все VIP. Ой. Я влюблен не Йону, не в тебя, шкура. Я снова группа, о чёрт, дай скорее мне кляп в рот. На лету, каждый из нас крейзи, скуби-дуби-ду. Грррр!
там, делать нехуй тут, делать нехуй там. Восемь за гаражами, фотопосемь, не возражай. В деревне дураков, ты если тут не алкоголик, то точно дубай. Барби, сука, лоли, это сука, коти бой. Да сука, коти бой, да мне похуй, да мне 20, да на мне горы, я бой. Поебалу, хотел быть я рэпером. Да, ребят, это был очень мощный флекс, все вокруг забрызгало кока-колой, и я все равно продолжал флексить, потому что мне это действительно нравится. И теперь колоночка полностью готова к заморозке, сейчас я ее отнесу в морозилку, естественно, долью немного сюда кока-колы, и буквально через пару секунд вы увидите результат, переживет эта колонка такое жесткое испытание или нет. Вот так вот, я думаю, будет достаточно. И да, чуть не забыл, надо надеть защитную сетку, иначе лед повредит динамике пассивку. Ну вот теперь колонка точно готова к заморозке. Ну вот, колоночка уже полностью замерзла в кока-кольном льду. Сейчас мы немного раздолбим этот лед, попытаемся добраться до кнопки включения и включить ее. Посмотрим, пережила ли она этот жесткий тест или нет. Снизу лед даже получился какой-то пористый и походу не совсем застыл. Теперь осталось определить, с какой же стороны была кнопка включения. К сожалению, я забыл. Так как лед мягкий, можно попытаться его разломать даже руками. Так, с этой стороны порт зарядки, значит кнопка включения должна быть с другой стороны. Уже все руки замерзли, аж пекут. Сейчас будет момент истины, включится она или нет. Офигеть, она включилась и даже подключилась к моему телефону. Сейчас попытаемся навалить на ней бас. Что и следовало ожидать, индикатор начал мигать красным светом, это значит то, что аккумулятор разряжен и она выключилась. Теперь ее надо полностью растопить в теплой воде, заодно нагреть и посмотрим, будет ли она после этого всего работать. Ну вот, колоночка пролежала 10 минут в теплой воде, теперь попробуем ее опять включить, посмотрим, выключится она или нет. Все ваши парни сдулись, я на тусе, там где куча, им все VIP, я зверь, псих, жди бедствий, меня ждет избест. Каждый день, ты агент, все мы на лету, жор.
Жирный жоть на завтра. Я подъехал вместе с Джеком. Кисло парень Васёк. Чёрт, дай скорее мне кляп в рот. Это трёп про блоуджоп. Золотое кольцо. Зови меня Фродо. Все мои хоми любят наркоту. Вот что и следовало доказать, то что эта колонка действительно качественна, она пережила заморозку в Кока-Коле, потом я ее разморозил, включил монорежим, и на нем она работает уже около 20 минут и не вырубается, то есть такие жесткие перегрузки ей нипочем. Так что, ребят, если вы не знаете, какую дешевую колонку купить, то покупайте JBL GO 3, она действительно качественная. Ну а теперь с вас требуются большие пальцы вверх, подписаться на мой канал, нажать колокольчик, также написать кучу моих любимых рандомных комментариев, и мы с вами увидимся через пару дней в новом видео. Пока!